19 марта Церковь совершает празднование в честь Креста Господня. Каждое воскресенье Великого Поста посвящено памяти отдельного святого или события. Третье воскресенье Великого Поста называется в церковном календаре «Неделей крестопоклонной». В этот день во всех храмах совершается торжественное изнесение на середину храма Креста Господня. Третье воскресенье – это середина Великого Поста, то есть половина нашего пути навстречу светлому Христову воскресению Пасхи. Великий пост – это время духовного подвига, поэтому, чтобы подкрепить силы верующих, Церковь совершает особое богослужение, на котором вспоминается распятие и смерть Господа Иисуса Христа. Не случайно время поста сравнивается с дорогой. Когда человек проходит половину длительного пути, ему требуется отдых и подкрепление сил. Поэтому Церковь предлагает верующим вспомнить о смерти Господа, которую Он принял за наши грехи. Ведь если Господь отдал свою жизнь за нас, то значит и сейчас Господь рядом с нами и готов укрепить каждого, даже в самые сложные минуты жизни. Но самое важное, крест Христов – это символ не только смерти Господа, но и Его славного воскресения. Своей смертью Господь побеждает человеческую смерть, даруя человеческому роду Царство Божие и вечную жизнь. Это выражено в песнопении. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим».